Друзья, добрый день. Опять у вас день, у меня вечер. Я снова в прямом эфире. И я обещала просто в прямом эфире показать, что я покупаю в магазине здесь, в Таиланде, что я выбираю. И, собственно, раз обещала, значит, надо выполнять. Итак, я уже купила на глаза, потому что здесь такие молнии ночами невозможные просто. И сверкает так, что в комнате аж светло, несмотря на то, что там плотные-плотные шторы. И еще я купила для мороженого такие штучки. Буду пробовать экспериментировать, когда получится. Я обязательно это все покажу. Выложу рецепт. Я как бы отвлекаюсь, начинаю говорить всякую ерунду, но я думаю, это не страшно. Итак, естественно, у нас в рационе что? Яйца. У них здесь почему-то они разноцветные, но я выбираю самые обычные, нормальные человеческие яйца. Ведя прямой эфир, так неудобно их брать. Дальше у нас пошла зелень. Здесь, как везде, есть и огурцы, и помидоры, и всевозможные зелень. Я люблю вот такие проростки, я не знаю, чего там проростки. Если я не ошибаюсь, там то ли фасолинки, то ли что-то. Но, в общем, мне это очень нравится. Затем я беру вот такую фасоль. Длинную тоже. Очень вкусно, полезно. Огурцы. Просто огурцы и фасоль у меня уже есть, поэтому я сейчас не буду брать. Затем люблю салатик с луком. Лук-порей. Тоже в моем рационе. Салат айсберг периодически я беру. Что тут еще? Вот почему-то уже несколько дней нет цукини. Ну и плюс куча вот травки непонятной. Что вот это такое, я не знаю. Вот это тоже непонятная история. Поэтому здесь получается, в принципе, все. Еще у них очень популярны вот такие грибы. Я пробовала, но как бы грибы как грибы, ничего особенного. Особенно не налегаю на них. Помидорки. Помидорки беру черри, потому что у них что огурцы, что помидоры с очень какой-то плотной кожурой. Это не очень прикольно. У них все делается вот так вот на полу. То есть это совершенно нормальная история. Если продавец сядет и раскладывает товар, сидя на полу. Или вот моют они, так развалятся на полу и моют. В Таиланде это нормально. Перчик. Вот я в прошлый раз взяла перчик крупный. Он оказался вообще не острый. Вообще и не перец и был. Поэтому сегодня мне надо будет... Ладно, я потом возьму. Кабачок. Тоже обожаю. Ну, как бы как раньше вообще терпеть не могла кабачки. Сейчас я их люблю. Я их обжариваю вместе с цукини, вместе с вот этими проростками, вместе с китайской капустой, которую я сейчас тоже возьму. Вот она, китайская капуста. Я ее в салат и жарю ее по фруктам. Но фрукты я особенно не ем, потому что сами понимаете почему. Ну, дыни невкусные, сразу скажу. Арбуз тоже не фонтан. Манго вкусная, но для тех, кто любит. Я манго не люблю. Вот это все привозное. Ну, по вкусу так себе, по ценам как бы не слабо, скажем так. Я вот больше всего люблю ананас. То есть я объедаюсь ананасами, когда позволяю себе фрукты. Вот ананасы, это да, это моя тема. Всем привет-привет! В целом тайцы очень такие добрые, позитивные. Всегда помогут. Когда навернулась на байке, вообще там толпа сбежалась мне помогать. Вот. Еще был случай, на дороге ехали, выбежал котенок. Вся дорога такая, как бы шоссе, прям трасса. Все остановились, все ждали, пока чувак прибежит, уберет котенка. Чувак прибежал, убрал котенка. Прибегает, садится в машину, а там второй котенок на дороге. Ничего страшного, все стоят, ждут. Чувак убежал, второго котенка убрал. То есть, ну, настолько позитивные люди. Ну и сейчас самое интересненькое. Что мы кушаем из белка, вернее, что я кушаю из белка? Говядины здесь нет вообще. Соответственно, здесь только свинина. Но свинину я не ем.
Затем рыба. Такая суровая тайская рыба. Цена за штучку, насколько я знаю. Рыбу как-то вот я тоже иногда беру, но я ее не знаю. Ну, вот эта вот вкусная была. Я чаще беру либо креветки, либо вот этого осьминожку. Здесь подходишь, так щипчики берешь и вот этого пупырчатого осьминогина себе накладываешь. Вот там креветки, но это, видимо, уже остатки. И я сегодня, походу, без креветок. Здесь тоже рыбка. Как видите, форель. Ценник 1990. Ну, получается, практически 2000 рублей за килограмм. То есть форель здесь ого-го. Сосиски, курица. Курицы много. Всякой разной. Но все портится вообще моментально. То есть в магазин приходится ходить каждый день, а то и через день. Ну, в лучшем случае, вернее, через день. Потому как иначе оно все просто тухнет. Что еще? По сути, все. Я и ем только овощи и курицу. Больше практически ничего не ем. Больше нечего. Овощи, курица, курица, овощи. Единственное, я тут нашла... Да, здесь сыр Филадельфия. Вот я хотела вас спросить, чтобы вы мне показали, какие рецепты есть. Вот я нашла Филадельфию Лайт. И кто знает, кто что пробовал, пожалуйста, рецептики мне подкидывайте в директ. Мне интересно, важно, потому что хочется кушать вкусно. Ну и все, все, что еще? Овсянку ем, да? Из углеводов у меня только овсянка, ну и из нее всяческие производные. Кексики, овсяно-блинчики. И все. Что вам еще рассказать? Все, на этом тогда. До свидания. Я пошла, а то уже поздно. У меня уже 7:30.